сыром развалинном домишке ее покойного отца, средь тлеющих картин и книжек она ждала приход конца. Сполна испивши горькой чаши, уж год была не в силах встать, да с доченькой не попрощавшись, ей было страшно умирать. А там, в далеком Ленинграде, летая лишь где высший свет, совсем забыв родную матерь, ее как будто вовсе нет, жила единственная дочка, что в жизни матери была прекрасным аленьким цветочком. Среди скорбей, невзгод и зла соседи письма ей писали, прося приехать поскорей. Надеялись, хотя и знали, ей выше свет куда важнее. Она же письма те читая откладывала в старый стол, оправдываясь занятая: приеду не сейчас, потом. В тот вечер гости в ее доме на новоселье собрались, и тут вдруг посреди приема ей телеграмму принесли, ее небрежно в сумку бросив, по строчкам пробежав едва, она оборвала вопросы, сказав с улыбкой: ерунда. Под гулкий смех и звон бокалов она свою держала стать, а сердце кровью истекало. От этих строк уходит мать, и, уронив бокал хрустальный, она рванулась за порог. Открылась, наконец, реальность двух самых страшных в мире строк. Стучали бешено колеса, и мчалась красная стрела, а душу отмывали слезы. Как я могла, перрон и путь по бездорожью, село мелькает вдалеке, успеть, она твердила с дрожью и болью дикою в виске. Вот дом и кладбище с церквушкой, да тут собрался в горле ком. Стоят знакомые старушки и свежий там могильный холм. Весь ужас мысли обреченной не передать ничем вовек. И шла она тропой черной, закрыв глаза вуалью век, и сделав шаг совсем несмелый, к могиле бросилась она. Прости, прости, что не успела, что здесь ты лишь моя вина. Могильный холм обняв сидела до поздней ночи под дождем, и лишь теперь она сумела понять эти строчки: мама ждет.